Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder худ в подарок. Билет уже в продаже. Действительно, билет уже в продаже, как обычно. Давай мы, наверное, сделаем здесь вот такую вот штучку. Вот такую вот штучку мы здесь сделаем, чтобы во время реклам всяких пика не было слышно. Ну, давай. Всем еще раз. Здрасте, всем добрый день. У кого-то где-то уже вечер, да и утро у кого-то точно. Как настроение, Митяй? Шикарное настроение. Мы с тобой наблюдаем вторую игру. Dota Суперлиги между такими командами, как LGD Gaming International против Orange Evolution eSports. Да это вам не хухры-мухры. Это серьезные ребята, серьезная игра, серьезный накал страстей, серьезная студия «Большая стирка» в Шанхае. В общем, все как обычно. Да, это именно так. И первым же пиком уходит Герокоптер уже другой команде. То есть, почуяли они силушку, почуяли. Да, но 14.37 уверен в том, что Алхимик это классный герой и забирает его своим фьюз-пиком, добирая к нему Дарксира. Фиолетовый пик. Пора. Фиолетовый против зеленого, или там против гоблинов, или против... Да, по просьбам трудящихся мы убрали задержку, чтобы никто не бегал подглядывать на английский стрим, поэтому все, друзья. Справедливость восторжествовала. Все, что могу сказать, больше, наверное, ничего. Да, и Визаж. Этот уже получше. Хороший саппорт, его постоянно стали пикать на Азия Дота сцене. Собственно, если я не ошибаюсь, он явился и стал самым часто пиковым героем. Пикабельным героем во время восточных квалификаций. Вот так вот его. Просто. Shadow Demon, да кому он нужен? Мы будем брать Визажа. И он снова и снова появляется в пике. Что демон в бане. Товарищи, пока небольшой анонсик. Если у вас вдруг неожиданно какие-то проблемы с Твичом, попробуйте решить это с Твич-саппортом, нажав на ключик под стримом. И, да, и выбрав что у вас ту проблему, которая у вас. Причем это не просто так. Мы на связи с ребятами из саппорта от Твича, и они реально собирают статы, и реально, то есть им обращаешься, говорю, чуваки, у нас там лагает. Говорит, окей, через полчаса проверим. Такие, да, за последние полчаса там треть наших партнеров испытывала проблемы, нам там на репорте, или мы будем заниматься. И они реально этим занимаются, причем быстро. Поэтому, друзья, не стесняемся. Да, и смотри, вторая стадия банов. Решили, что раз у LGD Gaming уже есть Дарксир, у них есть Алхимик, то надо забанить Чена. Боятся они, что мизери. Смотри, оказывается, мы забыли написать Official Russian Stream. Ну и ладно. Но это не принципиально абсолютно. Я думаю, это вообще не важно. Да, а сами LGD забанили Рубика. Идет у них Reserve Time. Вообще, на самом деле, вот по задумке, у нас должно быть меньше... У нас должно быть меньше чего? Кого? Сейчас сформулирую мысль. Времени потрачено на пик, потому что его подрезали. Ага. Но так получилось, что пикают дольше. Забавно. Ничего забавного, плохо это. Ну, честно говоря, раньше было ровно столько же. 700 секунд. Ну как нет? 80 секунд разницы между максимальным возможным пиком. То есть этот еще длиннее стал? Меньше. Меньше, но пикают дольше, потому что... Не могут сориентироваться, не могут пока привыкнуть. Да нет. Именно то, что у них время на пик стало меньше, но резерв тайм стало больше. Они пикают быстро и потом тянут до конца резерв тайм. Uh-huh. И получается, что то, что уменьшили, оно и раньше столько же тратилось, а резерв тайм стал больше. Они ждут и выжидают. Да, перебанили всех лесных героев, также ушла коза. Все, что можно было перебанить, по-моему, перебанили. Боятся? Не хотят играть против лесного героя? Ну, никто же не мешает другим саппортам просто водить лес. Никто не мешает взять какую-нибудь Энигму, какого-нибудь Акса. Всех героев не перебанишь. И 14.7 размышляет над тем, кто же и куда же у него пойдет.
Если жизнь на Марсе, мне кажется, ну, Дарксир, этим... допустим, Леса Харт, условно. Или вот уже нет, видимо. Ну, короче, алхимик точно фармящий, 100%. Клакверк может быть в мид, может быть в хард. Дарксир может быть в мид, может быть в хард. Дарксир может быть в лес, Клакверк в хард и кого-то еще в мид. Все так они вот друг друга пытаются обмануть как-то. Что-то придумать, чтобы противник не поставил лайны. Для себя удобно и для вас не очень. Для тех, кто спрашивает про счет, всегда наверху китайцы стали ставить, наконец-то, такие... Мы их замашнили. Да-да-да, зеленые квадратики, они показывают, сколько всего должно быть игр и какой сейчас счет. Санкинга, теперь смотри, вот они просто меняются пиками. Доехал Санкинг уже к команде Orange. Не хватает им ТХД. С детства за Orange, вот так вот. Вот так вот, пора. Джус молодец, ник у этого парня. Все понятно. Там пришел 1x в чат и карает всех, кто пишет не по делу. О, смотри, кристаллочка. То есть, видимо, они праки между собой уже играли. Потому что в прошлой игре тоже цемочка появлялась, только в бане. Давайте. Тянут они времени. Зачем тянут? Нет, дайте так... звука игры, просят. Да вроде бы есть да же вроде звук бы игры, есть, друзья. Да. Даже я его слышу сейчас. И я слышу, ну вот, звук. Громкость. Я громкость игры чуть кого-то передобавляю. Давай. Вот так вот. Я теперь совсем его хорошо слышу. И это не есть правильно. О, Виндранер. Наконец-то. Наконец-то они взяли хоть что-то. Они взяли Виндранер. Видел я уже Виндранер от Оранжа. Там муж играл на ней соло мид. И вязал он просто по-царски. Каждая привязочка тянула за собой еще одного героя. И они стояли и стояли. Каждую драку. Два героя. Просто не знает промаха его стрела. В бан отправляется пак. И, скорее всего, какого-то саппортящего героя должны забанить сейчас Orange. Вот Undying. Что-то с пиками творится, вот это вот с новой дотой. Непонятно. Вернулась Сэмка, хотя ее вообще не фиксили. Вот так вот, чтобы критично. Но опять же, не будем забывать твои же слова о том, что это... Все же более развлекушный турнир, и здесь ну, может мне быть... Мне так кажется, будет. Что вот сейчас будет 1-1, потому что им так надо. Не потому что они там вот одни играют лучше, чем другие, а просто им так надо, чтобы было 3 матча обязательно. Больше просмотров, все довольны. А команды не зря купили, ну, да, команды решают свои вот эти вопросы именно в последней игре. Не забываем, что после того, как закончится Dota Суперлига, у нас ожидается 4 матча StarLadder. Сегодня у нас играют Мауза, Кайпи, RockSkies, Na'Vi. Далеко не отходите, рядом впервые будет музычка, а потом мы ворвемся. И посмотрим. Посмотрим. Вот 10 секунд осталось. Видишь, это они в резерв тайм просто до конца тянут. Всегда. Шейкер. Хороший герой. Для замеса у них теперь 4 милишника. Это вот уже напрягает, потому что тот же Скорпион будет копать сразу всех. Да. Но с такой триплой можно идти и в хард шейкером всегда. Потому что если что, подрежет, если что, отстанет. Какой счет, друзья? Зеленая... Зеленая сверху. Точечка сверху, чуть не сказал я более грубо. Вот, я сейчас озадачен той проблемой, где мне теперь взять суперклея, чтобы наклеить наши гуреводы. Потому что было много-много перезапусков. Ну да ладно, я думаю, мы это уже что-нибудь с этим придумаем. Будем надеяться, что вторая игра без эксцесса у нас пройдет. Вот. Что еще сказать можно интересного? Можно сказать, что...
Что можно сказать? Можно сказать, что круто, когда существуют турниры, которые возят всех на студию, на каждый матч. И это ладно, про... еще ЛГД. Все проплачено. ЛГД, ладно, они там еще в одной части города, да, в разных частях города, но одного города с этой студией. Но что же касается Orange, то парни из Малайзии, я понимаю, летают на эту большую стирку. В общем, я не думаю, что они там сидят до упора, а именно прилетели, сыграли, улетели. Obsidian. Destroyer. Outworld. Devourer. Да. Именно сказали мы с тобой два слова из старого названия и ни одним не попали. И ладно. Не очень-то и хотелось. Все же его все равно помнят как Destroyer. Ну, Outworld Devourer. Ну, как-то не очень, да. Я думаю, вы написали. Как написали, а остался он Destroyer в наших сердцах. Да. Да, и что же? Муши будет играть на этом самом Destroyer, поедет он в центр. Трипла вместе с Нетом, Иксом и Куху отправится, скорее всего, в сложную. Здесь выиграет такое... Единая Россия, здесь подсказывают нам. Есть у меня такое подозрение. И Оху на ВР-очке отправится в легкую. Ну, что-то мне так кажется. Да, и Пашкат фармит. Алхимик Мизери, Саппорт Клок, Бракс Шейкер, видимо, Шейкер Харт, что ли, как-то так. Либо они поменялись с ролями, и теперь у них Мизери будет ходить в хард. То на Фурионе, сейчас на Клокверке. Ну, или вот в том плане, что не на хард, а именно в легкую. Соло ходит. Именно соло. Ну, ты знаешь, и хардлайн шейкера тоже демонстрировали всякие ребята неоднократно. Вспоминается мне сразу Фнатики на так прошлых лан-финалах Старладера. Он же может вот здесь фиссуры грамотно городить и да. Потом запирать крипов. Да. И поэтому вот, например, они отправляют реплу сейчас СМ-ка, Шейкер и Год на Дарксирип, тоже не в центре, прошу заметить. А... Пашкат отправляется на Алхимики, Соломит Алхимик. Опять. Снова. А есть ли смысл стоять Алхимиком против Дестройера? Да. Вот если только с руки добивать, так-то печально будет. Маны не будет никогда на... Вшивое облачко. Уровня с третьего или с пятого. Непонятно. Ну, что-то перемудрили, ребята. Как и что получится, узнаем мы ближе к вопросу. Мизери. Пиджей. Год на харде. Да, что-то... Нестандарт творится полнейший. Подсказывают в чате, что что-то все-таки доменялось. Ну, я говорю, что критично ничего не поменялось. То есть, думаю, вообще добавили только Аганим. Даже не то, что добавили, поменяли Аганим. И все, его стали пикать там, здесь, там, вот там. Много-много раз. Хотя в целом герой не изменился. А цемочку, ну, да, сделали пожестче, да, но 280 мувспида убивают всю романтику. Ну, да. Романтика. Пропускают крипов первых. Товарищи. Посмотри. Я про это. Ага. Я так, раз. Раз. Понял тебя. Я могу... Так вот, гирокоптер будет вместе с визажом фармить против Мизери на Клокверке. Алхимик вот в том самом центре против Дестройера, причем Дестройера уже все хорошо, он подушечки стоит, и лайн далеко от него не уйдет. И вот на низу гоняют Винранер. Зашел уже за вышку год, будет забирать всех крипов. И что, они хотят фаст-тавер сломать? Ну, вполне себе возможно. Ну, на самом деле, неплохие такие задумки демонстрируют сейчас ЛГД нам. Трипловый ДС, который... Который даже не трипловый, а все-таки в соло стоит, потому что саппорт ему не мешает. Да, ну, видишь, из смог, того, что... Волевой смог посадить. Да, нет, просто ВР-ка примерно представляет, что саппорты где-то в лесу были, и поэтому не идет дефать в сторону. И год вот уже пробил, ну, треть тавра. Кстати, Санкинг стянулся сюда на бот, и что он будет делать, пока не знаю. Сейчас в центре выйдут со смока. Хотят сделать ФБ на Девуре. Причем у Алхимика уже есть стан, да, поэтому надо сейчас пытаться. У него есть астрал, но он на кулдауне. Самое время давить сейчас. Есть снова, есть фиссура. И плохо, с той стороны закрывает. И Бракс сломал сейчас всю схему. Это был чистый ФБ, если бы Бракс не нафейлил. Ну, что поделать. И Муши выживает, отпивается ботлом и с фласочкой. Стоит, довольный. Все у него снова хорошо. А саппорты, вот они без маны. Такого, без большого монопула. То есть Шейкер, вот он дал фиссуру, у него еще на одну максимум хватает. Смотри, тут война. Ой, война.
Ломает. Да ладно, неужели? Хорош. А почему нельзя было в него фиссуру дать там, например? Ну, что-то его смутило, может быть, он не думал, что сломает. Ну, так это самое очевидное решение было. Алхимик был первым, но этот чувак рейнджовый и... Блин, ну, короче, так глупо. Хасту разбивают у подноса из троих. Причем, мало того, они почему-то не сориентировались, чтобы как-то его расхарасить. С другой же стороны, маны не было. Ну, а ты его он отрегенится, и... а ты без маны. Ну, вот, да. Как вариант. Да и у алхимика маны не было. Уже ботл себе принес, четвертый левел сейчас будет. И на топе ломает визаж варды. Не все пока. Что там Брак стоит под тауром, пытается подфармить крипов. Кстати, он хорошо фармит. 11 крипов он уже взял. Весьма неплохо. Так, и Год продолжает под тауром зажимать ВР-ку крипами, потому что он убивает всех вражеских где-то далеко. Тем временем за десяточку мы уже перевалили. Рады всех видеть в пятницу. Под конец рабочего дня на нашем стримчике. Ну, на Старладер, я думаю, побольше придет. Да, понятное дело, на Старладер всегда все, приходит сегодня, побольше. Сегодня Нави. Сегодня Нави. Нави против RockSkiz. Бинго. Два в одном. Два в одном. Кстати, я не знаю, что там ребята выбрали, какой матч недели. Надо бы разобраться. Единственное, за что я парюсь... так, давай посмотрим. Убивают на топе, ФБшечку делаю. О, я включил Вилата. Да, ты включил. А я успел заметить, друзья, так что... Вот так вот. Честь тебе и хвала. Плюнул просто. Плюнул уже на full range там полностью. Визаж? Накопил, да, визаж в расхорашенного клока, и тот помер. В общем, 1-0 оранжи. Апельсинчики забирают первый килл у нас в игре. Сейчас курица просто 105 потеряла мувспида, когда в нее вложили ботл пустой. Вот так вот. 105. Ну, неплохо. Тут посмотри, на топе опять тайэкшн продолжается. Да, ты уже начинаешь познавать азы Вилата. Топ это не мое. Топ это не твое. Ну, я смотрю на топ регулярно, но... Что, мне предлагаешь тоже сюда палить? Ну, умирает гирокоптер, забирает его. Клокверк. И подходит сюда Скорпиончик, подходит сюда Визаж и тот самый гирокоптер. Можно сейчас подраться, к тому же саппорты команды LGD тоже здесь. Так и вот. В центре, смотри, на дестройера нападает алхимик. Дает стан, тут и выйдет хорошо астралом. Все, очень четко сделал у нас Муша. Ну, не дрогнула рука у опытного малазийского Дэнди. Вот, насчет Рокс Нави. Так, на топе опять сейчас что-то сообразится, я так полагаю. Насчет Рокс Нави недавно успели мы посмотреть за 27 минут 2 игры Рокс Нави на дефенсе. Роксы отлетели в салат, и думаю, сегодня будут они мотивированы и будут стараться отомстить Нави. Кто-то обещал, что будет дисбан, если они проиграют 2-0. Кто-то тоже познает азы Вилата. Сказал и сделал, да? Да-да-да. Ну, кому? Навиам тогда на дефенсе 2-0, да? Да, Дарья сказал, что если они проиграют 2-0, там было дисбан. 16 минут и 13 минут 2 игры, кажись, или там... Беда была, в общем, я не проиграл 2-0. Да, в общем, сегодня, я думаю, Роксам нужно... Нужно. Им нужна эта победа, у них еще есть шансы выйти на лан-финалы. Ну, я бы... Я не могу сказать. Понятно, им нужна эта победа, но это когда они рассматриваются, как, знаешь, там ситуация 50 на 50. К сожалению, Нави сейчас покрепче. Ну, просто у них 4 поражения, если я правильно помню, им проигрывать вообще не резон. Потому что с 5 поражениями выйти на лан-часть почти что невозможно. Ну, опять же, по ситуации. Знаем мы, что уже бывало, да. С великой долей вер... А, может, мы слотов добавим, как обычно. Что будет 8? Да, да. Да, может, и 9, если понадобится. Ну, кто, кто проплатит. Толку, смотри, да. Гирокоптера будут здесь цеплять. Ой, Гира, ой, попал Гирокоптер, есть у него стики. Санкинг тут как тут, стики прожимает Гирокоптер, какой подкоп от Санкинга, и посмотри, как классно все делают ребята. Пришла еще ВР-ка, минус Клокверк, и пытается отойти Шейкер, в него влетает офигенно много дэмэджа от Визажа, тычечка, и подкоп не делает. Мажет тоже ВР-очка, здесь год, будет ли догонять. Был бы потрясающий момент еще, если бы убили еще и Шейкера Оранжа. Вообще такой крутой разворот. Причем, насколько гирокоптер крепко и плотно, ты знаешь, именно понял, что... Стоял до конца. За нами Москва, сдаваться уже некуда. Ни шагу назад. Просто. Просто вот он... Вот, знаешь, это же кровь из руки хлещет, он умывается.
Да. И но все равно держит мяч. Да, да, идет вперед, побеждает. Не, конечно, офигительно. Оранжи показывают, что не зря. Все куплено. Вот что они показывают. Так, еще 3-2, Алхимик с ультом. И сейчас смотри, будет смог в центре от Алхимика и Клокверка. Тут оценки. Я их в смоке вообще не различаю. Лол. Короче, у ЦМ-ки посмотри, какой закуп плотный. Ну, Нетворс 53. Да. Так, смотри, выходит снизу. Накапливает опять по вертолету, опять вертолет в центре действия. На этот раз у него есть колдаун, дает вертолет, есть у него стики, есть брастер. Стики он не успел. Он умирает, здесь уже есть скорпион, и будет ли попытка забрать хоть кого-нибудь, он 4-й левел, подкоп маленький. Обратите внимание, не успел почему-то стики прожать, 5 зарядов все-таки, может что-то изменило бы. Нет, 5 его не спасло, а так он сейчас ретинится, если что, пойдет в драку и уже будет с